Привет, друзья! Как бы нам ни хотелось попадать в глупые и нелепые ситуации, это все равно неизбежно. Они случаются постоянно, ежеминутно и ежесекундно. В этом выпуске вы увидите множество курьезных и смешных моментов, которые посчастливилось снять на камеру. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк под этим видео. Поехали! Отличный повод еще раз собраться всей семье и все же узнать пол будущего малыша. А вот что происходит, когда вы летаете в облаках на рабочем месте. Заметьте, он даже не пытался спасти оставшиеся бокалы с пивом. Когда дело доходит до удачи, со мной происходит та же штука. Все, что нужно для того, чтобы поднять весь город на уши, это ваша черная кошка и миска с мукой, и слухи о новом чудовище в городе обеспечены. Кажется, мозги этой девушки с легкостью могли бы поместиться в эту маленькую баночку. Это ли не романтика? Только взгляните, какая любовь! Ведь у него даже мысли не возникало бросить ее одну в воду. Надеюсь, этим малышкам все же удалось выбрать. Или же неравнодушные прохожие протянули им руку помощи? Думаю, в этой ситуации счет 1-1. Идеальное место для того, чтобы сделать предложение своей любимой. Но даже это не спасло от непредвиденного казуса. Если вам больно и неприятно смотреть на такие кадры, тогда лучше закройте глаза. А ведь его предупреждали, ценные вещи на аттракцион брать не стоит. Но кому нужны эти советы? Только посмотрите на любовь этого мальчика к супергероям. Он испортил весь экран телевизора, чтобы спасти своего любимого персонажа. Она наслаждалась этим моментом и своим трофеем как могла, пока не произошло непоправимое. И все-таки перед этим броском стоило убедиться, что крепление зафиксировано надежно. Тот случай, когда припаркованный в неположенном месте автомобиль получил по заслугам. Замучила жара? Самое время охладиться и испить немного воды. Кто-нибудь знает, что это за новый метод транспортировки авто на эвакуаторе? Но что может пойти не так, когда ты перевозишь в автомобиле сотню открытых стаканов с напитками? Невероятно красивый и стильный торговый центр, который так и не смогли достроить. И ведь не зря говорят, что первый блин всегда комом.
Когда GPS-навигатор завел в такие дебри, что ремонт любимой Мазерати теперь вылится в сумму с 4 нулями. Это желтый человек за рулем. Художник, который сотворил невероятный арт-объект прямо посреди трассы. Больше желтого, пожалуйста. Это яйцо, приготовленное в микроволновке, выжидало момент, когда девушка потеряет бдительность. Судя по всему, его орешки не крепкие. Вот это я понимаю, настоящий товарищ. Ведь не зря говорят, друг в беде не бросит. Ох уж эти тренды и жертвы моды. Никакой индивидуальности. У этих ребят выдалась отличная прогулка на катере. К счастью, никто из них не пострадал. Но еще одна фобия появилась в мою копилку. Улицы ночного города так и манят молодежь. И ведь когда, как не сейчас, на полную проживать жизнь и сполна наслаждаться ею? С ударом у него все в порядке, а вот с точностью удара стоит еще поработать. Так вот для чего в школе нужны были уроки физкультуры. Думаю, без них она бы так долго не продержалась. Вряд ли она планировала купаться в водоеме, но повеселить нас у нее получилось отлично. Кто прав, кто виноват в этой ситуации, мы так и не узнаем. Но мы знаем одно – железное правило – клиент прав всегда. Этот футбольный матч плавно превратился в настоящий забег быков. Друзья, надеюсь, наше видео вам понравилось. Будем рады лайку под этим видео и подписке на наш канал. До встречи в следующих выпусках!